Всем привет! И с вами снова канал Онтарио 365. И сегодня мы будем готовить овсяные кексики. И для этого нам понадобится 300 грамм овсянки, 1 банан, 2 яйца, 120 грамм смородины, 230 грамм творога, 2 столовые ложки семена льна, а также 1 чайная ложка корицы и 1 чайная ложка разрыхлителя. Итак, приступим. Для этого в миске мы разбиваем наши 2 яйца и взбиваем. Затем отправляем туда же банан и разминаем его вилкой. Банан я добавляю сейчас, а не начала с него, потому что нам нужно было взбить хорошо наши яйца. А так как банан у нас спелый, то его легко будет разбить вилкой. Вот такая смесь у меня вышла. А теперь отправляем туда творог и все перемешиваем. И кстати, если сейчас остановиться и отправить все это в духовку, то получится отличная запеканка. Но мы продолжаем готовить наши кексики. Также именно благодаря тому, что наш банан очень спелый, мы не используем никаких подсластителей. Затем начинаем добавлять овсянку. Вначале я добавила всего 2 стакана. Предыдущий мой рецепт ПП-сладости тортик вам очень сильно понравился. И именно поэтому я решила сегодня приготовить такие вот кексики. Также хочу вас позвать к себе на канал Онтарио 365, где вы сможете найти варианты различных приемов пищи, причем очень правильных и полезных. А также узнать, что же это такое правильное питание и как на него перейти. После чего я добавляю туда смородину и смотрю на состояние своего теста. И понимаю, что мне все-таки нужен еще один стакан овсянки. Также и вы следите за той массой, которая у вас получается. Она не должна быть прям очень сухой, она должна получиться вот такой, как у меня. Такие кексики могут быть вашим перекусом в первой половине дня, а также их очень удобно брать с собой. Ну и в самом конце, перед тем как мы будем отправлять тесто в форму, мы отправляем туда 2 столовые ложки семян льна, также 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 чайную ложку корицы. Вот такое по итогу тесто у меня получилось. И теперь отправляем все в формочки. А сейчас информация для тех, кто хочет знать калорийность таких кексиков. И на 100 грамм здесь 185 килокалорий. Белков 10,5 грамм, жиров 4,6 грамма, углеводов 25,6 грамм. Если же вы хотите увеличить количество белков таких кексиков, то можете добавлять протеин. Если вам понравилось это видео и вы хотите дальше смотреть подобные рецепты, то обязательно оставляйте лайки под ним, а также пишите свои комментарии ниже.
У меня вышло 15 таких кексиков. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку где-то на 30 минут.